Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ поздравляют вас с долгожданным возобновлением сезона в высшем дивизионе. Вашему вниманию предлагается центральный матч под группы «Б», в котором сегодня на Флотской схлестнутся МЗКП и «Беда». Наверное, я не сильно ошибусь, если назову эти два коллектива главными фаворитами своей подгруппы. Всего 6 команд, увы, осталось во второй части сезона в нижней подгруппе высшего дивизиона. Это, конечно, несколько убило интригу в соперничестве во второй половине таблицы, но среди всех коллективов, которые вступили вот в эту вот вторую часть сезона, наверное, именно МЗКП и «Беда» выглядят теми, кто должен без труда сохранить прописку в высшем дивизионе. Напомним также, что «Азимут» и «Энергомаш» по ходу этого сезона прекратили свое существование. По сути, если не произойдет каких-то экстраординарных событий, мы уже знаем два коллектива, которые напрямую покинут элитный дивизион Севера в этом году. Оставшиеся 6 команд, по сути, будут бороться за места с 9 по 14. Таким образом, из этих 6 двое отправятся в стыковой турнир, а остальные в следующем году попробуют исправить сложившуюся неудачно в этом году ситуацию. Ваш комментатор на сегодняшнюю игру Никита Лаврентьев. МЗКП и «Беда» уже начали выяснять отношения в сегодняшнем противостоянии. Давайте быстро познакомимся со стартовыми составами играющих команд. «Беда» играет в бело-голубой форме, номинально выездной для себя. МЗКП в традиционных сине-черных цветах. Ну и стартовые составы, по традиции, начинаю я с состава номинальных гостей, футбольный клуб МЗКП. В воротах Сергей Слинько, защищает он владение МЗКП уже достаточно давно, была у него аренда в клуб «Александрит», который выступал в первой лиге, но также, как и многие команды Северной лиги и других округов, прекратил свое существование. Вот вернулся он в команду, сегодня он безальтернативен, другие голкиперы на игру не приехали. Сергей Коваленко, номер 23 в центре обороны у МЗКП, Александр Хапланов 15-й слева, Роман Юдаев 4-й справа. Видел я, что успел к началу поединка Роман, следовательно, насколько я понимаю, именно он начал матч в основе, а не Дмитрий Пельницкий, как планировалось изначально. Андрей Кузнецов 17-й будет действовать справа в полузащите, слева Константин Хапланов 21-й, Юрий Шендановин 24-й в центре полузащиты, Михаил Шмельков, капитан команды, 10-й номер на острие атаки. О составе «Беды» поговорим после этого стандарта, потому что он очень был опасным и пришелся выстрел в створ. Грамотно занял позицию Сергей Слинько и спас свою команду от первого пропущенного гола. Стартовые 8 футбольного клуба «Беда». Алексей Фирсаков сегодня защищает ворота бело-голубых. Также он и исполняет роль тренера сегодня. Отсутствует на игре Иван Логинов. По личным причинам не смог он присутствовать. И таким образом именно на бремя этого голкипера легла не только вратарская ответственность, но и тренерский груз. В центре обороны Андрей Зотов, номер 12-й. Справа Олег Царев, 4-й. Слева Максим Бровкин, 16-й. Никита Куркин, 8-й в опорной зоне. И Олег Егорышкин, 14-й. И Евгений Попков, 6-й. Чуть выше расположились на острие атаки. Иван Романов, капитан «Беды». Но вот сейчас он с мячом встретился на Бровке, ближней к нашей комментаторской позиции. И вообще, начало поединка он проводит достаточно низко. Ну и, насколько я понимаю, в стартовых расстановках у нас есть определенные изменения. Вот, например, вижу я, что Александр Хапланов действует отнюдь не в защите, а слева в полузащите. Справа действует его сын Константин Хапланов. Вполне вероятно, что либо Юрий Шендановин опустился на позицию одного из защитников команды, либо же все-таки матч в старте также начал и Дмитрий Пельницкий. Сейчас разберемся, как именно играет МЗКП. Здесь первый голевой момент возникает, и сразу же он завершается голом. «Беда» забивает очень и очень быстро. Даже как-то внешне легко все это получилось. Уже на 4-й минуте сегодняшнего противостояния счет у нас в матче открыт. 1-0. «Беда» подтверждает статус одного из фаворитов под группой «Б», забивает быстрый гол в важнейшем
противостояние, и его автором становится Максим Бровкин, номер 16, который, вот я тоже сейчас смотрю, играет на самом деле на позиции под нападающим, в то время как Евгений Попков напротив опустился в защиту. Здесь много тренерских различных решений было принято непосредственно перед началом поединка, и вот несколько из них я вам уже сегодня озвучил. Обслуживает сегодняшнюю встречу главный арбитр Алексей Копылов. Помогает ему на бровке Игорь Елисеев. Беда, МЗКП 1-0. Четвертая минута встречи. Быстрый гол удался. И это задает тон сегодняшнему противостоянию. Да и вообще, наверное, всему турниру. Напомню, что несмотря на тот факт, что номинально уже игры определенные во второй подгруппе проходили, но все они были техническими, назовем это так. Записывались технические победы над снявшимися с турнира Азимутом и Энергомашем. Ну и такой забавный несколько статистический факт. К сегодняшнему противостоянию Беда и МЗКП подошли таким образом на первой и второй строчке подгруппы Б высшего дивизиона. Здорово сейчас пробросил мяч себе на ход Дмитрий Пельницкий. Вот действительно начинает он матч в стартом составе. Кузнецов выбирается на ударную позицию, убирает на замах Евгения Попкова. Пельницкий, передача штрафную, удар и подставляет голову один из защитников Беды. Это Никита Куркин, опустился в оборону помогать своим партнерам. Действительно резвое у нас начало. Все, что нужно для зимнего футбола, чтобы не замерзнуть, команды с первых же минут начали примериваться к воротам друг друга. Александр Хапланов выполняет подачу от углового. Вновь опасно, но разряжают обстановку защитники бело-голубых. И есть возможность убежать в контратаку. Если бы удалось за мяч там зацепиться на дальней от нас бровке. Падение в штрафное, но не останавливаются футболисты. Продолжают атаковать. И Олег Егорушкин второй мяч забивает на шестой минуте. Если быть точнее, то на последних секундах шестой минуты. 2-0. Внушительное начало Беды. Внушительное начало бело-голубых. И очень и очень непросто будет сейчас МЗКП вернуться в игру. Дело все в том, что достаточно давно МЗКП не побеждает. Очень неплохо команда, которая знает, как побеждать, безусловно, начала сезон, добыла несколько побед и до определенного этапа первого круга даже претендовала не только теоретически, но и действительно на попадание в первую восьмерку. Но затем пошла череда неудач, и если быть точнее, то начиная с октября месяца никак не может набрать очки МЗКП, сплошь поражение. Последняя виктория была датирована перенесенным матчем пятого тура, когда МЗКП переиграл Стелл со счетом 5-3. У Беды ситуация несколько иная. Она не самым лучшим образом, напротив, начала сезон, постепенно в него вкатилась, но не сказать, что и идеально провела заключительную часть первого круга. В общем, наверное, стоит сказать, что это все закономерно, как и то, что Беда третий мяч забивает. Очень и очень легко сегодня все дается бело-голубым. Не прошло еще и 10 минут от начала этого противостояния, а у нас уже разгром на табло. На нашем табло на стадионе на Флотской улице в обороне проходной двор у МЗКП сегодня, к сожалению. При том, что по большому счету все лучшие силы сегодня из тех, кто может сыграть в обороне у МЗКП на поле. Сергей Коваленко, появившийся в команде по ходу зимнего трансферного окна, вернувшийся в команду по ходу зимнего трансферного окна, занимает позицию центрального защитника, и безусловно, это усиление, так же как и Андрей Стайн с Дмитрием Замаевым, которые сегодня, к сожалению, на игре не присутствуют. Но вот в обороне сегодня все очень пока плохо у сине-черных, и уже трижды был вынужден капитулировать Сергей Слинько. Но мы помним матч первого круга, когда эти команды, естественно, встречались между собой, то противостояние завершилось сверхрезультативным результатом 10-3, победа Беды, которая по сути полностью
ознаменовало конец борьбы МЗКП за попадание в первую восьмерку. Ну вот ответ от МЗКП, вот действительно стоящий выпад, завершился этот момент ударом, да, там чуть-чуть, возможно, и придерживали Константина Хапланова, но пробил он все равно достаточно опасно, и защитники вместе с вышедшим из ворота Алексеем Фирсаковым все-таки сумели уберечь свою команду от гола. Но момент продолжается. Угловой, подача на высоченного Сергея Коваленко. Не один гол забивал этот защитник за МЗКП как раз-таки со второго этажа. Но вот сейчас удалось бело-голубым сдержать этого форварда. Конечно же, я имею в виду защитника. Но вот хотел вам рассказать, что в начале своей МЗКПшной карьеры Коваленко даже пробовался на позиции центра форварда. Играл на этой позиции даже в Еврокубках, в Кубке ЛФЛ. И играл достаточно неплохо. Высоченные габариты вкупе с отличной игрой головой приносили свои плоды. И забивал, цеплялся за мячи. В общем, делал все то, что нужно от форварда такого плана. Но затем, в один прекрасный момент, Коваленко вернулся в оборону, проявил себя с хорошей стороны, безусловно. И с тех пор даже в Северо-Восточном округе, если мне не изменяет моя память, выступал исключительно на этой самой позиции. У нас первые замены. Замена в составе МЗКП, естественно. Тренерский штаб недоволен тем, как развивается этот матч. 3-0, ведет беда. У нас только 10 минут прошло с момента начала противостояния. И на поле как раз-таки Юрий Шендановин и появился. Вот о чем я вам говорил. Большие перестановки относительно стартовых 8, что мне сказали руководители команд. Но все это не так важно, мы быстро с вами разобрались, кто на какой позиции в итоге играет, и сейчас наслаждаемся исключительно футболом. Отобрали мяч у Олега Егорушкина, сделал это Дмитрий Пельницкий, Хапланов возглавляет атаку своей команды, отбрасывает мяч назад Кузнецову, чуть было не обокрал его Иван Романов. Но вот все-таки потеря произошла, скидка получилась неточной, и теперь контратака беды. Романов пасует направо, еще один момент, Егорушкин может оформлять дубль Олег Егорушкин, но в этот раз выручает свою команду Сергей Слинько. Да, четвертый гол — это была бы полная капитуляция, безусловно, и не такого, безусловно, зрители ждали от центрального поединка тура во второй подгруппе. Шмельков зацепился за мяч, смещается в центр. И мяч у Хапланова, удар, вступает в игру Алексей Фирсаков, вновь выручает свою команду. В тяжелой ситуации, будем честны, но сумел Фирсаков по-настоящему совершить спасение. И очередной корнер. Много их уже подал МЗКП в сегодняшнем противостоянии. Но пока не удается из этого выжать хотя бы какой-то результат. И эта подача снимается защитниками беды. Хапланов сохраняет мяч. Кузнецов, приходится играть назад на голкипера. Слинько прессингует, но отдает точную передачу Сергею Слинько, но здесь не стал уже Коваленко рисковать и, наверное, правильно делал, откидывал мяч в сторону, возможно, там кто-то из партнеров мог бы побороться, а, возможно, вот так вот и беда, сама мяч в конечном счете отдала. Хапланов-младшая отдает передачу направо, и вот в него же попадает Андрей Кузнецов, новый контрвыпад беды, Егорушкин на вес штрафную, Слинько выходит, Романов до мяча не добирается, и сразу же возобновляется игра, настоящая безбашенная игра без центра поля, ровно то, за что мы любим футбол, вот только голы влетают исключительно в одни ворота, нам, нейтральным зрителям, конечно же, хотелось бы побольше интриги, но если матч будет до последних минут проходить вот в таком вот великолепном режиме, несмотря на любой итоговый счет, я думаю, никто из нейтральных, опять же, повторю, зрителей не пожалеет о том, что к этой трансляции присоединился. Поклонникам МЗКП, конечно, пока
Не до красоты. Их любимцы проигрывают со счетом 3-0. Сам ЗКП бежит в атаку. 2 в 3 она развивается. Но с мячом Андрей Кузнецов. Это футболист, который может придумать что-то интересное. Но вот в этой ситуации его обокрали на поступах штрафной. И теперь атака беды. Не дают мне команды никоим образом вообще поговорить о каких-то статистических фактах. Атаки сменяются одна за другой. И, наверное, отвлекаться на подобные околоматчевые истории не совсем верно, но, наверное, стоит хотя бы напомнить вам, дорогие друзья, на каких местах завершили первую часть чемпионата МЗКП и «Беда». «Беда» стала 10-й в 15 противостояниях, набрав ровно 15 очков, 4 победы, 3 ничьи и 8 поражений, 49 забитых, 61 пропущенный мяч. МЗКП занял 12 место, на 3 зачетных балла набрал меньше своего оппонента по сегодняшнему противостоянию, и все эти потери были связаны как раз таки с ничейными результатами. Ни разу мирно в этом сезоне МЗКП не завершал свои матчи. У «Беды» целых 3 таких противостояния. Еще один момент, и 4-й мяч в сетке ворот Сергея Слинько оказывается. По-моему, там Иван Романов уже подправлял снаряд в сетку. Только главный арбитр встречи, наверное, сможет сказать, находился Романов за линией или до нее. Мы пока запишем этот гол на Ивана Романова. Забил он его ровно на экваторе тайма. Лучший бомбардир «Беды» в нынешнем сезоне. Да и вообще, наверное, один из самых полезных футболистов своей команды. Недаром же именно ему доверили капитанскую повязку перед стартом этого первенства. Забивает свой очередной гол. Первый во второй части розыгрыша сезона и 15-й в нынешнем сезоне. Вообще цифры у него, конечно, фантастические для команды второй половины таблицы. 15 забитых и 9 результативных передач. Вот статистика этого форварда, который был близок сейчас к дублю. Вступает в игру Слинько, переводит мяч на угловой, да. Сегодня «Беда» выглядит, ну, буквально на порядок класснее своего оппонента. И как же жаль, что не удалось бело-голубым по итогам первой половины чемпионата пробиться в стартовую восьмерку. Вот теперь необходимо доказывать свою состоятельность в этом розыгрыше турнира. Ну и я думаю, что наставники команды поставили цель перед коллективом набрать максимум очков. Система розыгрыша в 2 круга на... Напомню вам о регламентных особенностях нового розыгрыша чемпионата. По итогам первого круга команды разделились на 2 равные восьмерки. Понятное дело, что в связи со снятием двух коллективов они равными не могут быть априори. Но вот как раз таки именно статистически они равные. 8 первых мест будут разыгрывать между собой звание чемпиона, медали первенства, а также позиции в Еврокубках в следующем розыгрыше сезона ЛФЛ. Ну а оставшиеся 8 будут сражаться за выживание. 2 команды покинут высший дивизион напрямую, и, скорее всего, это будут снявшиеся с розыгрыша коллектива. Коллективы еще 2 сразятся в переходном турнире с 3-й и 4-й командой первого дивизиона. Групповой этап, 4 команды, 3 поединка каждый с каждым. 2 лучших в следующем году будут выступать в высшей лиге. 3-4 место этого группового розыгрыша окажутся в первом дивизионе. Ну а сам розыгрыш, сама вторая часть чемпионата будет у нас состоять из еще 2 кругов. 2 матча с каждым из соперников. Итого 14 раз команды в регулярном чемпионате выйдут на газон. Добавим сюда еще и, конечно же, розыгрыш Кубка Севера. Получится достаточно насыщенная у нас вторая часть розыгрыша чемпионата в высшем дивизионе. Романов ставит корпус, но без нарушения правил у него отбирают мяч Дмитрий Пельницкий. МЗКП начинает свою атаку. Сергей Коваленко с мячом в центре. Уходит от отбора Евгения Попкова. И тот фолит на нем. Грамотный фол. Возвращается на свою позицию и Попков. Возвращаются и другие футболисты. И вынуждены МЗКП начинать, по сути, все с самого начала. Хапланов. Передача в центр не проходит. Здесь вновь вездесущий
Попков мяч отбирает. Продолжается наступлением ЗКП. Кузнецов на ударной позиции. Бьет рикошет. Еще один момент. И мяч все-таки оказывается в сетке ворот Алексея Фирсакова. Здорово. Уж простите, мне такой жаргонизм. Подобедал там Михаил Шмельков. Первым оказался на добивании. 4-1 становится счет. Уже 5 забитых мячей мы увидели меньше, чем за 20 минут. Ну и повторюсь, очень мне хочется, чтобы именно в таком режиме и проходила вторая часть чемпионата. Насыщенный старт. Действительно, у нас еще даже треть матча не завершилась. Сразу 5 забитых голов. Красивые комбинации. Заряженность на борьбу. Все это мы с вами видим и нарушение правила очередное в центре поля. Беда разыгрывает мяч. Попков принимает снаряд на своей бровке. Правым флангом развивается атака. Егорушкин уходит от Пельницкого. Входит в штрафную. Навес. Здесь Селенько сыграл грамотно. Не позволил очередной результативной атаке состояться. Коваленко. Похоже, что Сергей Коваленко все-таки перебрался на позицию центра форварда. Вот о чем я вам говорил. Есть у него в крови вот это вот желание забивать, умение бороться на чужой половине. И после того, как Михаил Шмельков забил и отправился, по-моему, на скамейку запасных, именно Коваленко стал своего рода эдаким Понтусом Вернблумом. Егорушкин. Навес штрафную. Но совсем не в эту точку открывался Иван Романов. В численном большинстве атаковала беда. Но вот может себе все-таки коллектив Ивана Логинова позволить такие моменты транжирить. Все-таки ведут они крупно в счете. Великолепный старт. Наверное, о лучшем возобновлении сезона можно только мечтать. Золотов. Играет налево. Снова с мячом Андрей Зотов. Идет вперед. И подталкивали его в спину. Именно поэтому центральный защитник бело-голубых мяч в конечном счете и потерял. Очередной свисток, очередное нарушение правил. И это точка для прямого удара. Отсюда Евгений Попков вполне может зарядить. И похоже, что именно шестой номер и будет пробивать по воротам Сергея Слинько. Хотя, конечно, здесь и разыграть можно как-нибудь интересно. Но похоже, что все-таки будет именно прямой выстрел. Бьет Попков почему-то низом, и мяч застревает в стенке. И МЗКП начинает свою атаку, но она завершается все на том же активном Попкове. Он неудачно пробился штрафного, сразу же вступил в отбор, попытался свалить максимально аккуратно, чтобы не получить желтую карточку, а затем еще и чисто мяч отобрал. А беда теперь атакует. И еще один момент, и выручает свою команду Слинько. Рефери назначает угловое, но там действительно жесткое столкновение между голкипером и форвардом соперника случилось. Оба лежат на газоне. Естественно, игра возобновится только после того, как они поднимутся и покажут, что готовы продолжить встречу. Будем надеяться, что никаких серьезных повреждений ни тот, ни другой не получили. Впрочем, в ситуации с игроком беды это будет не столь критично. Все-таки замены есть у команды Ивана Логинова. А вот если бы Слинько травму получил, то все могло бы завершиться очень не очень печально для дружины Михаила Шмелькова и Романа Юдаева. Царев играет центр. Зотов бьет с левой ноги, попадает в Романа Юдаева. Атака беды продолжается. Коваленко здесь пытается пассинговать в районе центрального круга, но в одиночку, естественно, мяч отобрать у соперника не так-то и просто. Беда контролирует снаряд, спокойно перепасовываясь, ища возможности для того, как можно все-таки игру обострить. Ну и я так понимаю, у нас первая замена в сегодняшнем матче состоялась и в составе беды. Под 21 номером Никита Назаров на поле появился. До последнего было не ясно, сможет ли этот футболист выйти на газон, найдется ли ему игровая форма. Беда решила перестраховаться и не одевать голубой комплект экипировки.
Но это белых футболок в какой-то момент казалось, что будет не хватать. Естественно, никто не разрешит в высшем дивизионе меняться. Форма это регламентно наказуемо. Но вот все-таки изыскали дополнительные резервы, и Полис смог на поле выйти. Пельницкий. Марсельскую рулетку в центре поля демонстрирует. Мяч сохраняет. Атакует МЗКП. Атакует прямо по центру. Но в конечном итоге завершается эта атака потери. И 3 в 3 атакует Беда. Хорошая передача Егорушкина. И еще один. Раз придется МЗКП начать с центра поля. Наказывает по всей строгости Беда своего оппонента за оплошности. Очередной гол в сегодняшнем противостоянии. 5-1 становится счет. Ну и на острие, конечно же, великолепный Иван Романов. Именно он завершал эту атаку. Второй гол форварда в сегодняшнем противостоянии. 25-я минута. 5-1. Когда казалось, что МЗКП встрепенулся и, возможно, сумеет побороться, Беда сразу же инициативу перехватила. Пусть и играют бело-голубые. Сейчас по большому счету именно вторым номером наказывая соперников в контрнаступлениях. Также у нас Алекс Севастьянов на поле появился. Занял он позицию опорного полузащитника. Ну, в общем, уже тренерский штаб позволил нескольким своим резервистам также вступить в игру. Ну, а Беда и не думает останавливаться. Беда продолжает атаковать. Егорушкин навес. И никого не оказалось во вратарской соперника. Хорошая передача. Опасно было на нее выдвигаться и голкиперу. Но никто из партнеров момент не прочувствовал и не пошел замыкать. А теперь ответ МЗКП. Вновь он обрывается на неточной передаче в центре поля. Но ровно так же играет и Беда, в простой ситуации теряя мяч, и возвращает его себе бело-голубые, и вновь потеря. Вот минуточка такого небольшого сумбура у нас в районе центрального круга. В течение нескольких секунд пару раз команды друг другу мяч буквально подарили. Ну вот теперь успокоилась немножко игра. В атаке МЗКП Кузнецов смещается чуть правее, убирая мяч под удар, бьет в ближний угол, не попадает в створ. Ферсаков застыл на двух ногах. Похоже, что контролировал ситуацию, но попадет точнёхонько в девятку, в ближнюю паутинку ворот Ферсакова. Интересно, сумел бы голкипер спасти свою команду или нет. Мы этого, конечно же, уже не узнаем. Несколько минут у нас остается до перерыва. Напомню, счет 5-1. Беда выигрывает. Юдаев. Откидывает мяч с Ленько. Тут просто играет вперед. Но до Константина Хапланова мяч не добирается. Не совсем расчетливая передача. И в итоге очередная потеря. Егорушкин разгоняет очередную атаку своей команды. Здесь первым будет на мяче Андрей Кузнецов, но Егорушкин продолжал его прессинговать. Вот весь этот прессинг выливается в еще один голевой момент. Удар в ближний угол. На этот раз повезло. Коваленко грудью скидывает мяч Константину Хапланову. Тот один в один уходит от опекуна, пробивает с левой ноги, но точно
по центру никаких проблем не было у Фирсакова, чтобы этот мяч отразить. Доигрывают первый тайм команды. Уже не показывая тех безбашенных скоростей, что мы видели в самом начале поединка. Но беда, все-таки не прочь забить еще. На этот раз Романов в роли ассистента выступает. Слинько выручает свою команду. Егорушкин пробил не самым лучшим образом. Еще одна проникающая передача от Ивана Романова. На этот раз в направлении Олега Царева. Вот только я сказал, что команда несколько подуспокоились. Сразу же голевой момент вы с вами увидели. Ну и в оборону достаточно охотно бело-голубые возвращаются без каких-либо проблем. Романов не уходит от подката. Подката Романа Юдаева, человек, который буквально символизируется, как и Михаил Шмейков с Алексеем Корнаковым у всех с МЗКП. В одном из интервью Шмельков, к слову, сказал, что ни при каких обстоятельствах ни он, ни Рома Юдаев команду не покинут, будут с ней до самого конца. Ну и по большому счету в это охотно, что называется, верится. В другой футболке даже представить этих футболистов практически невозможно. У нас тем временем основное время первого тайма подходит к своему концу. Уж простите меня, такой каламбур. В атаке беда. Негорышкин, передача направо. И на этом заканчивается атака беды. Заканчивается на этом и первый тайм этого увлекательного противостояния. 5-1. Отдыхаем, дорогие друзья. И возвращаемся на Флотскую улицу. Завершился перерыв в матче третьего тура высшего дивизиона под группой Б. Беда МЗКП 5-1 после стартовых 30 минут. Игры у нас на табло. Полное преимущество команды Ивана Логинова. Мощнейший старт. Блицкрик удался. Не сбавлялись обороты на протяжении всех 30 минут первого тайма. МЗКП ответил своим голом, мячом Михаила Шмелькова. Но этого пока не хватает даже для того, чтобы рассчитывать на некрупное поражение. Нужно что-то менять во втором тайме МЗКП. Нужно перестраивать игру, изыскивать какие-то внутренние резервы. Потому как с помощью замен перевернуть встречу не получится. Всего одна возможность для перестановки у команды Михаила Шмелькова и Романа Юдаева. Шмельков догоняет мяч у углового флага на вес штрафную. И здесь не удается никому пробить по воротам Алексея Фирсакова. Константин Хапланов там открывался, но мяч чуть-чуть выше пролетел. И оказался в ногах у футболистов беды, которые очередную свою контратаку развивают. Егорышкин, передача направо. Севастьянов будет первый на мяче. Слинько выручает свою команду. А там еще и на подстраховке защитники подчистили. Выбили мяч за пределы поля. Был близок МЗКП к шестому пропущенному голу, но он не состоялся. Спарыхин, очередной футболист, появившийся по ходу матча со скамейки запасных. Егорушкин идет в штрафную, удар с левой ноги, первым же оказывается и на подборе, ответная передача. И здесь вновь на тоненького отскакивает МЗКП. Беда близка к очередному забитому голу. Беда играет легко, беда играет воздушно, просто великолепно и полностью контролирует ход сегодняшнего матча. Очередная комбинация. Все футболисты на половине поля сейчас МЗКП располагаются. За исключением разве что Алексея Фирсакова. Естественно, он свои владения никуда покидать не собирается. Из-за боковой возобновится встреча. Андрей Спарыхин будет бросать мяч в штрафную. Севастьянов не добирается до мяча. Но все-таки завершается это наступление ударом. Вновь в игру вступает Сергей Слинько. Сколько уже мячей сегодня он парировал, сколько еще предстоит ему раз отвести угрозу от своих ворот, одному только Богу известно. Но даже несмотря на 5 пропущенных мячей, играет Слинько очень сегодня неплохо. А вот к защите есть большие вопросы. Константин Хапланов уходит от Олега Царева, но его тут же накрывают еще сразу несколько футболистов. Неточная передача в итоге получается у Константина Хапланова.
небес, непосредственной помощи соперника, естественно. Но вот здесь уже футболисты беды ошибаются сами. Дарят мяч сопернику. Шендановен. Не самая удобная скидка назад. Романов здесь прессингует. И был близок МЗКП к тому, чтобы мяч потерять. Кузнецов. Передача направо. И чуть-чуть не точно. На скользком газоне важны такие вот передачи. Точно в ножку нужно положить. Потому что резко остановиться и изменить направление своего движения не всегда возможно. Здесь еще и важно с обувью угадать, как мы все прекрасно понимаем. Вот сейчас это все сыграло против МЗКП. Шендановен неудачно вводит мяч в игру из-за боковой. Много ошибок сегодня в исполнении обеих команд. Все-таки достаточно давно команды не играли в формате 8 на 8. МЗКП, к слову, принимал участие в открытом зимнем кубке, но остановился в паре шагов от главного матча, уступив другому коллективу, представителю второй половины таблицы высшего дивизиона «Штурму». Сам «Штурм» в итоге проиграл в финале EPC. Вот беда, насколько мне известно, в таких турнирах не участвовала, но, возможно, в каких-то других соревнованиях футболисты Ивана Логинова были замечены. Здесь возможности, конечно, у футболистов безграничны. Пеницкий вновь выходит победителем своего единоборства. Один из тех игроков, которому меньше других можно предъявить претензии по первому тайму. Шендановен подключается к атаке. Пас в штрафную, неплохо. Вот он момент, пас пяточкой. Хапланов неплохо играл. В итоге до Александра Хапланова доходит мяч. Тот уже на протык так пробивал. В направлении даже ворот. Но в створ не попал. Счет у нас по-прежнему неизменный. 5-1. И уже 5 минут во втором тайме команды отыграли. Достаточно давно они забивали команды для сегодняшнего противостояния. Начиная с 25-й минуты. До этого один гол в 5 минут мы в среднем наблюдали в первой половине. Ну и достаточно быстро, напомним, бедосчет открыл в сегодняшнем матче. Уже на 4-й минуте Максим Бровкин впервые отправил МЗКП к центру поля. Ну вот вторая половина все больше и больше проходит под игровым преимуществом МЗКП. Мы помним, чем это оборачивалось в первом тайме. Быстрыми контрвыпадами голевыми бело-голубых. Но сейчас иного варианта попросту и нет у команды, которая знает, как побеждать. Нужно забивать много, нужно забивать как минимум 4 гола. Ну а не идя вперед, конечно же, столько забить практически невозможно. При этом, конечно же, надо и свои ворота оставить в неприкосновенности. Попробовать хотя бы это сделать во втором тайме. Пока что у нас угловой. Планов первым на мяче, и сразу двоих футболистов соперника отрезает. 3 в 2 в численном большинстве атакует МЗКП. Шмельков, передача направо. Хапланов, нужно уже бить. Удар в дальний угол! И гол забивает МЗКП. Здорово там Хапланов отдал передачу на Андрея Кузнецова. Именно он мяч туда в сетку ворот соперника вогнал. 5-2. Вот и контратаки МЗКП. Здорово сыграл в самом начале там Константин Хапланов, когда опередил сразу двух футболистов соперника. Здорово сыграл затем и Шмельков, отдавший передачу обратно на Хапланова. Ну и Андрей Кузнецов не испортил атаку и сыграл четко на линии чужих ворот. 5-2. Сокращается разрыв до 3 мячей. Если сейчас МЗКП забьет еще, боюсь, что у нас интрига с новой силой может закрутиться. Спарыхин откидывает мяч назад.
Длинная свеча на чужую половину поля. Точно Роман Юдаеву она пришлась, но тот на скользком покрытии не сумел. Без лишних касаний запущенный снаряд укротить. Царев уходит от поката Хапланова. Атака правым флангом. Дальний выстрел и угловой. Угловой назначает арбитр. Заблокировали удар Андрея Зотова. Защитники МЗКП. Подача. Шандановин снимает вверх. И вновь возможность для контратаки. Кузнецов рвется с мячом к чужим воротам. Здесь еще и соперник подскальзывается, но успевает Олег Царев подняться с газона и перехватить эту передачу. Великолепная возможность для возвращения в игру была у МЗКП. И чувствую, подобных шансов будет еще немало. Фол фиксирует рефери. Кузнецов быстро разыгрывает этот штрафной. Шандановин. Неточная передача. Подсказал Алексей Ферсаков своим подопечному, что он выходит из ворот и готов сыграть по мячу. Те пропустили, ну а опытный голкипер позволил тому покинуть пределы поля. Замены в составе беды. Определенные сейчас перестановки таким образом произойдут, потому что на газон вернулся Максим Бровкин. Будет он действовать впереди вместе с Зотовым и Иваном Романовым. Царев неплохо вновь сыграл на перехвате. Егорушкин. Подача. Слинько выходит, мяч забирает и моментально вводит его в игру длинным выносом в направлении Шмелькова. Но того от мяча Андрей Дадыкин оттеснил. Егорушкин. Ждет, пока партнеры откроются, не спеша продвигает вперед. Вот и Царев решил подключиться к наступлению соперника. Снова Царев. Егорушкин. Можно еще правее сыграть, но за счет партнера как раз-таки и сыграл Егорушкин, отдав передачу Евгению Попкову, а тот заработал штрафной. На этот раз попробует по статичному мячу сам Егорушкин пробить, а предыдущая попытка у Попкова действительно не удалась. Егорушкин сегодня забивал, так что прицел у него наметан, но сейчас чуть выше цели мяч проходит. Не попал в створ Олег Егорушкин. Очередная замена, уже энная по счету в составе МЗКП. Вернулся на газон Дмитрий Пельницкий, конечно же. Поменял он Юрия Шандановина, передохнул 22-й номер. Готов вновь отдаваться игре. Вот и первое касание после возвращения на газон. Все здорово, все в такт, без потерь. Кузнецов откидывает мяч назад. И чуть было не обокрали Андрея Кузнецова в центральном круге. Тот сумел все-таки поставить корпус. И арбитр зафиксировал нарушение правил. Вот так вот тихой сапой у нас к своему экватору приближается вторая половина встречи. Пока есть возможность, поговорим немножко о том, с кем соперники сыграют в следующем туре. Но после этой атаки МЗКП сам себе придумывает очередные неприятности, падения. Здесь можно назначать пенальти, но можно продолжать атаковать. И именно это и делает Егорушкин. Очень похож этот гол на тот, что был забит в первом тайме. Тогда тоже Егорушкин продолжил бороться, продолжил играть в этом моменте до конца. И в итоге очередным своим забитым мячом отмечается Олег Егорушкин. 6-2.
на ровном месте себе МЗКП очередное взятие ворот придумал. Что касается следующих матчей, то МЗКП, сыграв сегодня с Бедой, вновь уйдет на небольшую паузу. На следующей неделе матчей у сине-черных не будет. Будет засчитана победа над Азимутом, а затем уже в марте 4 числа МЗКП сразится с Европой. Напомним, что в первом круге команда Михаила Шмелькова и Романа Юдаева европейцам, дебютанту высшего дивизиона, проиграла. И это поражение стало единственным, к слову, для сине-черных против команд, которые завершили первую половину чемпионата в таблице ниже их. А это ответ МЗКП. Шмельков пробивает, но точно в голкипера попадает. Добивание Хапланова принимают на себя защитники. Еще один выстрел, на этот раз чуть мимо цели. Угловой. Подает Шмельков. Кузнецов. Навес. И завершается все тем, что Шмельков исхитряется буквально с нулевого угла пробить. Но Ферсаков оказался к этому готов. Что касается Беды, то 24 февраля бело-голубые сразятся как раз таки с Европой. И этот матч состоится в субботу в 10:50 здесь на Флотской. Ну а 3 марта Беда сыграет с Пресней. Таким образом, в обоих этих противостояниях, безусловно, Беда будет фаворитом. Ну а если сумеет сохранить такую игру, которую мы видим в атаке сегодня, и немного надежнее начав действовать вблизи собственных ворот, здесь, конечно же, равных команде Ивана Логинова не будет априори. Вот еще одна отличная атака. Просто все здорово разыгрывают бело-голубые, но в итоге не завершается это наступление взятием ворот. Геометрически было сыграно действительно классно. Последний пас уже немножко подкачал. Темп атаки, что ли, сбился. И нужно было уже, наверное, пробивать там по воротам. Хотя и передача на пустые ворота тоже смотрелась очень и очень неплохо. Кузнецов. Очередная контр-атака команды МЗКП начиналась. Вновь ее 17-й номер активный возглавлял. Ну и зарабатывает штрафной МЗКП. В подкате Андрей Дадыкин оказался чуть-чуть не расторопен. Правила нарушил. Ну и Роман Юдаев попробует сегодня пробить. Длинный фирменный разбег. Удар на силу ожидается. Большое скопление футболистов в штрафной площади Алексея Ферсакова. Бьет Юдаев. И голкипер надежен. Более того, Беда бежит вперед. Бежит в атаку. И мяч в итоге у Кузнецова отбирает. Но отбирает с нарушением правил. Это было отчетливо видно. Но был близок Егорушкин к тому, чтобы очередное взятие ворот для своей команды соорудить. Не теряет надежды МЗКП. Понятное дело, что отыграться сейчас это будет сродни чуду. Но, по крайней мере, белый флаг бело-голубым не выкидывает. Егорушкин. Играет центр. Не доходит мяч до Ивана Романова. А здесь уже и бело-голубые в отборе действуют классно. Романов, передача направо, вновь Беда атакует в численном большинстве, и еще одно взятие ворот, и Егорушкин оформляет таки хет-трик на 48-й минуте встречи, 7-2 становится счет. Ну вот сейчас хочу проверить, а побеждала ли Беда в нынешнем сезоне крупнее. Не так много победных результатов, всего 4. Ну и самое крупное, это, конечно же, виктория над МЗКП, о которой мы уже говорили по ходу сегодняшней трансляции. 10-3. Таким образом, до повторения этого результата нужно еще дважды поразить ворота
Сергея Слинько бело-голубым, чтобы разницу повторить. Ну а и каждый последующий гол может сделать победу крупнее. Но вот как раз-таки сейчас была великолепная возможность, чтобы один из этих голов провести. Егорушкин почему-то начал отдавать передачу в штрафную. Слинько несколькими секундами ранее начал смещаться туда, и ворота оказались пустыми. Возможно, не успел переоценить ситуацию 14 номер бело-голубых. Вполне мог сейчас оформлять и покер. Кузнецов. Передача в центр не проходит. Здесь Максим Бровкин. И в обороне постарался. И два гола в ворота соперника провел. Коваленко. Шмельков и пас на Хапланова. Все выглядело неплохо, но не идеально. Именно поэтому передача не прошла. Наверное, сейчас можно уже говорить, что исход сегодняшней встречи ясен. Наверное, 5 мячей за чуть больше 10 минут отыграть теоретически возможно, но вряд ли это возможно по сегодняшнему матчу. Егорушкин не проходит передачу. Нет, здесь не было никакой игры рукой. Не нужно поднимать руки и взывать к арбитру Евгению Попкову. Нужно возвращаться назад. Кузнецов. Не проходит его передача. Но сам же вступает в отбор Кузнецов. Мяч возвращает и доставляет таки мяч Александру Хапланову. Хапланов играет в центр. На Юдаева очередная попытка дальнего удара. Ферсаков складывается и мяч отбивает. На подборе первыми оказывается футболист МЗКП. И Шмельков очередная попытка удара в дальний угол. Или же в надежде, что кто-то из партнеров побежит замыкать дальнюю штангу. Бровкин отбирает мяч. Егорушкин в центр. Зотов неплохо. Добро штрафную. Романов и скользкое поле помешало Ивану Романову. Не удалось развернуться и принять передачу партнера. Опять же, геометрически все было сыграно очень и очень неплохо. Ну, буквально без каких-либо препятствий МЗКП возвращает мяч сопернику. Даже разыгрывая мяч от ворот. Попков достанет мяч у лицевой линии. Прострел. Не покинул мяч пределы поля. Вот покинул сейчас и от футболиста в белой форме показывает арбитр, находившийся в считанных метрах от действия событий. Все рассмотрел в этом эпизоде он без каких-либо проблем. И вновь даже центр поля МЗКП не переходит. Беда себе мяч возвращает. Егорушкин в штрафную уже владеют снарядом бело-голубые. И восьмой мяч в сетке ворот Сергея Слинько оказывается. Егорушкин забивает свой персональный 4-й гол в этом противостоянии. Похоже даже, что и второй десяток успеют бело-голубые в сегодняшнем матче разменять, если дело продолжится в таком режиме. Жалко, конечно, что не получили мы настоящую борьбу сегодня. Тем не менее, очень надеюсь, что сам матч вам понравился. Причем он еще и не закончился, 7 минут остается команда провести на поле. Сегодня, к слову, вас ожидает еще одна прямая трансляция поединка высшего дивизиона. 19:00, ну, наверное, все-таки чуть попозже, ввиду того, что и этот матч начался с задержкой. Нева Интер в центральном противостоянии этого уикенда в Северной лиге. Прямая трансляция. Для вас эфир проведет Александр Седов.
Будем надеяться, что в этом противостоянии интриги будет побольше. Хотя, почти уверен, сам футбол там больше будет напоминать скорее шахматы, нежели вот такую вот безбашенную красивую игру, что мы наблюдаем сейчас. Бровкин. Играет центр. Зотов отбирает у него мяч Сергей Коваленко. И приходится возвращаться назад бело-голубым. Коваленко играет налево. По штрафную. И забивает Сергей Коваленко. Можно сказать, что это мяч престижа. Ну и Андрей Зотов становится соавтором этого гола. Потерял мяч на чужой половине поля. И в конечном счете не доследил за своим соперником. 8-3. Ну и первый гол Сергея Коваленко в официальном противостоянии за МЗКП после возвращения в эту команду. Напомним, что за последние несколько лет Коваленко поиграл за Северо-Восточную Фемиду и Северный Энергомаш. Шмельков принимает мяч, разворачивает атаку направо. Хапланов снова на Шмелькова. Проходит передача на Романа Юдаева. Тот играет еще левее. Коваленко. Прострел. И здесь никого из партнеров не оказалось. Недоволен ходом последних минут Алексей Фирсаков. Просит своих подопечных подсобраться он и завершить игру на мажорной ноте. Для этого нужно забить, наверное, еще. Романов. Жесткий подкат идет и позволяет своей команде мяч сохранить. Спарыхин. Точная передача. Ну, а здесь попросту не пустил к мячу Олега Егорушкина и Юрий Шендановин. Романов отыгрывается в стеночку с партнером. Егорушкин налево. Бровкин неудачно мяч принимает и чуть было не упускает его за боковую линию. Фирсаков неудачно вводит мяч в игру после скидки от Егорушкина. Но ничего опасного из этой атаки не удалось выжить сине-черным. Тем не менее, наступление продолжается. Кузнецов. Навес. Метается мяч по штрафной. Передача от Хапланова. Не ожидал ее Роман Едаев. И ушел мяч за пределы все-таки поля. Подходит постепенно матч к концу. 11 забитых голов мы с вами увидели, дорогие друзья. На разный вкус и в быстрых атаках, и после раскатывания мяча в чужих штрафных. Ни одной желтой карточки пока еще главный арбитр встречи не предъявил футболистам на поле. Но оно, понятное дело, и к лучшему. Хорошо, что и без травм обошлось. Ну вот свою первую победу после возобновления чемпионата и начала второй части розыгрыша турнира одерживает беда, а не МЗКП. Ну и, судя по счету, предположу, что по итогам уикенда именно бело-голубые и возглавят турнирную таблицу под группы Б высшего дивизиона. Но, по крайней мере, сейчас в режиме лайв абсолютно точно с 6 набранными очками беда будет возглавлять таблицу. Но есть еще время еще улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. Романов в штрафной, у него мяч выбивают. Но, тем не менее, была возможность у Андрея Зотова. Не удалось как следует по мячу приложиться. Тот срезался у него с ноги и ушел далеко от ворот. 2 минуты у нас остается до окончания этого поединка.
Если подводить коротко итоги, то, наверное, стоит сказать, что победа беды абсолютно закономерна. Вот и желтая карточка. Все-таки первая в сегодняшнем матче состоялась. Не доиграл немножко до конца поединка Евгений Попков без предупреждения. Ну а если подводить итоги, то беда в целом выглядела сегодня на порядок класснее своего оппонента. Конвертировала это преимущество во множество забитых мячей. Наверное, будь такая цель, могла бы беда забить и больше. Ну и МЗКП сегодня предстал отнюдь не в самом идеальном сочетании. В первую очередь это касалось футболистов, которые могли бы сыграть впереди. Такие как Дмитрий Замаев, Андрей Стайн, Алексей Корнаков. Но возможность ротировать состав в линии атаки позволила бы выбрать и дополнительные опции в обороне. Тем не менее, возможно, и ход встречи был бы иным, если бы бело-голубые были вынуждены защищаться чуть больше. Но вот в этом матче, к сожалению, вот по большей части атаковали они. И вот в подобных вариациях, как мы видели сейчас. Возможно, последнюю атаку сегодняшнего матча мы с вами наблюдаем. До конца встречи осталось меньше уже 15 секунд. Грузит МЗКП мяч в чужую штрафную. Коваленко приложился с левой ноги, и мяч его заблокировали. Егорушкин, передача направо. В чистом большинстве атакует беда. Слинько выходит из ворота, разряжает обстановку. И ровно на этой ноте и звучит финальный свисток арбитра, символизирующий разгромную победу беды со счетом 8-3. Вместе с вами за ходом этого противостояния наблюдал Никита Лаврентьев. На этой ноте будем прощаться, дорогие друзья. Возвращайтесь в эфир через часик с небольшим. Ну и встретимся на полях Северной лиги.